Всем приветики. Купила себе, значит, заглушки, ну, вернее, колпачки для USB-шников, для штекеров от USB-шников. Пришли они в таком вот пакете, ну, получается, почтовый пакет в пупырке, и там лежал такой вот пакетик, закрывающийся с самими колпачками. Вот, их там 10 штук, и вот так вот они выглядят. Мы сейчас их всех достанем. Вот они, все 10 штук. И нужны они для того, чтобы защищать USB-шники, штекеры от USB-шников от грязи, пыли, там, влаги, от ржавения, как они пишут. Вот. Ну, в общем, удобно, я думаю. Или вот от моего браслета как бы зарядник. Или вот он так просто валяется. Или будет закрыт заглушкой. Конечно же, лучше пускай заглушкой будет закрыт, чтобы в него пыль не попадала. Также и вот от повербанка тоже. Провод обычно так вот просто валяется. И теперь сюда можно надеть заглушку. То есть такую, ну не заглушку, а колпачок. Теперь уже эта часть, эта сторона будет защищена от пыли, грязи. Также и другие там всякие от плеера. У меня тоже есть. Да везде, в общем, на любые USB-шники, которые вот валяются просто так вот, провода любые. Ну, понятно, это ты ничем не закроешь, здесь такой специфический разъем. Это от плеера моего. Но USB-шник можно, типа, закрыть. Вот. И оно так идеально вообще, идеально удобно заходит. И как бы плотненько, оно так слегка туго так вот оно надевается, получается. Вот оно, вот такой сам колпачок. Вот он, там внутри видны такие две полосочки с этой стороны и с той стороны. То есть, вот они. Они, ну, как раз таки и делают так, чтобы оно тяжелее одевалось. Вот как раз так вот оно легко идет, пока до них не доходит. А когда к ним дотрагивается, уже начинает туговато идти. И дальше они, видно, утолщаются, так вот идут. И оно уже тяжелее надевается и уже не спадет. Вот, так что, ну, удобная штука, как раз все мои разъемы, вот они уже защищены. Тут как бы и не поспоришь. Так оно лучше, чем, или вот, так оно будет храниться. Или все-таки с колпачками. Конечно же, с колпачками лучше, чем без. Ну, сразу как-то и вид по-другому, и защищено все, ну, реально круто. Вот, так что, классная штука, я рад, что купил. Пришли они из Китая, стоили копейки, там что-то меньше доллара, где-то 80 центов. И где-то, я не знаю, за недели 2-3 дошли, ну, то есть быстро довольно-таки. Вот что-то идет там по 2 месяца, а это за 2-3 недели вообще долетели до меня. Вот, такая вот штука классненькая. Вот, как-то так. На этом все, всем покедова.